Приветствую всех, друзья! Вот сегодня решил приготовить овощное рагу в афганском казане. Вот афганский казан на 12 литров у меня. Кто смотрит, тот знает. Так. Для этого мне понадобится так. Фарш индейки. Так, тут фарш говядины, свинины. Капуста, картошка, морковь, лук, перец болгарский, потом томатная паста, чеснок, огурцы, помидоры, соль, подсолнечное масло, паприка, лавровый лист, универсальная приправа с овощами и смесь перцев. Все, погнали! В первую очередь наливаем масло, миллилитров 150-200. Перец сладкий болгарский. Капуста. Фарш свиной говяжий. Картошка. Будет супер, ребята. Сверху идет капуста. Фарш индейки. Чеснок. Томатная паста. Кидаем всю. Сейчас опять идет морковка. Наложил вот сладкого перца болгарского сверху. Соли 2 ложки. Универсальная приправа. Хорош. Паприка. Thank you.
лобовый лист, два листа хватит. Смесь перцев. Огурцы, помидоры. И сверху лука добавляем. Вот это смак. Вот это смак, друзья. Вот это смак. Как будет вкусно, ребята. 100% уверен, что будет очень вкусно. И все. Выключаем. Стояло где-то около часа. Подождем минут 15-20. И будем дегустировать, пробовать. Хопс. 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 Надеюсь, все поспело. Сейчас все перемешаю. Такая ляпота. Все, будем пробовать. Винца выпьем. Сегодня у нас 13 января. Старый Новый год. Иногда можно. Чуть-чуть. Будем. Вкусное вино. Сейчас попробуем наш овощной рагу. Очень вкусно, очень-очень. Очень вкусно получилось. О, сейчас покушаем. Что, ребята? Всем удачи, всем пока, до новых встреч, увидимся на рыбалке.